Рабочий порядок в ледовом клубе и Орешка представляет. Хоккеисты, спортсмены, фигуристы, которые ждут, когда же ледовый клуб начнет активную работу. Скоро, очень скоро. Такой ответ, дорогие. Основа заложена, краска покрашена, бетон залит, высохло, так что процесс идет полным ходом. Персонал, работники здесь. Арена будет одна из наикращих в Виннице, свежайшая, так. Купол, конечно, все так же тот же остался, он еще в нормальном состоянии, в рабочем, так. Ну и здесь еще разметка, здесь линии наши, заливка, много всего еще, много-много. Так что еще, ну, в июле где-то так, это с опережением графика, тем не менее, и все будет в порядке. Ждем, дорогие, не скучаем, занимаемся пока бегом и плаванием. Счастливо, Горишко с вами, с любовью и душой.